На площадке под открытым небом собрались представители молодого поколения работников Белорусской АЭС с семьями и друзьями. Церемония вручения молодежной премии началась с поздравлений и слов благодарности работникам от генерального директора открытого акционерного общества Ивана Головатова. Сегодня Белорусская АЭС каждый год подтверждает свой статус, что мы сегодня лучшее предприятие Республики Беларусь, лучшее предприятие калийной отрасли в мире. И все это благодаря вам. Генеральный директор зачитал поздравительный адрес от президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и вручил трем представителям профессии главную награду предприятия – знак «Шахтерская слава первой степени». Церемония награждения лучших работников предприятия «Молодежная премия 2024» прошла по 5 номинациям. Дипломы в номинации «Молодой руководитель» вручили лидерам коллективов, которые умеют грамотно управлять людьми и достигать поставленных целей. К награждению в номинации «Производство и технический прогресс» были представлены работники, которые внедряют творческий подход и решают неординарные задачи. В номинации «Экономика и прогресс» на сцену поднимались те, кто разбираются в экономических процессах и помогают руководству принимать правильные решения. В номинации «Производство и инициатива» чествовали представителей рабочих специальностей, достигших успеха в трудовой деятельности. Получению наград в номинации «Общественная жизнь» были представлены самые креативные работники, которые принимают активное участие в общественной жизни предприятия. Дипломы «Молодежная премия 2024 получили около 30 специалистов. Все они профессионалы в своем деле, активные и яркие молодые люди. Очень приятно, так как это моя первая награда, спустя того момента, как я начал работать на предприятии. И, честно, я очень рад, мне очень приятно. Я занял ту должность, о которой мечтал, и я думаю, в дальнейшем будет какой-то карьерный рост, и я буду к этому стремиться, и мне очень нравится моя работа, мой участок. Сколько работаю, столько мечтала получить когда-нибудь такую награду. Поэтому вот очень рада сегодня, что моя мечта осуществилась. Считаю эту награду заслуженной, потому что ежедневно приходится решать очень большое количество оперативных задач. Праздничную атмосферу вечера дополнили артисты эстрадно-симфонического оркестра имени Юрия Василевского Гомельской областной филармонии. В их исполнении прозвучали популярные композиции.